Хоккеисты Родины сыграли в ничью с командой «Болнес». Напомним, кировчане уже неделю находятся на тренировочном сборе в Швеции, где у них, кроме подготовки, запланированы товарищеские встречи с местными клубами хоккея с мячом. В городе Эсбюн Родина неделей ранее разгромила команду «Юздаль» со счетом 8-4. На этот раз матч не стал для наших хоккеистов легким. Правда, против «Болнеса» кировчане играли ослабленным составом. Накануне расположения Родины покинули нападающий Игорь Ларионов и вратарь Михаил Шиляев. Их вызвали в сборную России, которая в Кемерово начинает подготовку к чемпионату мира. Без этих хоккеистов Родина сыграла с «Болнесом» в ничью 4-4. 28 августа кировчане проведут следующий товарищеский матч против команды «Бруберг».